Витюшка и Андрюшка решили поиграть немножко. Да? Да. Да. Что мы будем делать? Поедем, попробуем проехать до озера на трех машинах. На L200. Мне кажется, она не проедет. L200 не проедет? Нет. Ты больше ставишь на Крету, чем на L200? Конечно. А я всех вытащу. А он всех вытащит, да. Получается. Ну окей. Зато... Поехали! А как это страшно, капец! Это нереально страшно! Ядрить, колотить! Удержаться вообще не за что! Ёп! Как GoPro-шка снимает против солнца? Просто сейчас жесткий контровик. О, немножко хоть тенек. Не, я накатался. Да, сейчас я поснимаю снаружи. Опа. Так, сорян, что на GoPro-шку все, но моя камера вон в той машине. L200, попытка номер уже какая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А на Крете как? Ваня! Все нормас? Да. Ко мне тут просто много. Ты спустился? А вон не. Первые приключения Креты Андрюхиной. Ничего сложного. Взял Крете, дорогу сломал. Сломай мне дорогу. Да вообще безобидно, что он тебе дорогу поломал, нормально все. Ну как он катается по песочку? Ну местами иногда тяжеловато, но в принципе кнопочка лок вообще прямо спасает. Конечно, Сашке-то намного лучше катается. У него там свежий воздух полным ходом идет. Перемешан с топливом и выхлопом. Да. На природу на Крете свободно можно уехать, мне кажется. Ну, ты сейчас Саня. Я думал, он сейчас туда, на эту горку. Я не предполагал.
приедет, там народу нет. А квадрик где хочешь проедет. Да, квадрик все тема. Да я тут очку, главное, что не сесть. Ну хотя мне, в принципе, можно и сесть, XPF 200 вытащить. Ну мы для этого техничку-то и взяли, L200. L200 в роли технички выступает, на самом-то деле. Эти звуки, которые... Вот мне что-то это прям не нравится. Ты даже крикнул, это прям вообще... Прям... Всё, мы тухнем. Тухнем? Тухнем. Затухли? А если СПшечку вырубить? Да не, едем. Газу, просто газу. Я давлю, СП-шка отключаю. А ты в пол? Ну, в пол, там средний. А, ты в пол? Нет, я средний. А. Ну, смотри, в принципе, мы почти затухли, да? У нас, считай, шоссейная резина, и, в принципе, крета прет. Да. Зря затух. Ну, тянет. Я СП-ху выключил. ЕСП-ху выключил? Да. Ну, все, поехали. Видишь, как бодро тянет? ЕСП выключено, лок включенный. Саня... Сейчас ЕСП-шка мешает, потому что мы едем по песку, пока мы ходом, то есть ЕСП-шка сейчас очень сильно мешает. ЕСП-шка, она имитирует блокировку. Сейчас тебе нужно, чтобы колеса крутились постоянно. Хочу, чтобы все четыре. Все четыре. То есть они, дифференциалы все равно свободные стоят, но тебе нужно, чтобы они крутились. Потому что песок это такая вещь. Тем более он сейчас сухой весь, вязкий. Вообще прям как в пустыне. Прям немножко напоминает Дубай. Дубай? На картинках. Ну нормально. Уехали подальше покайфовать. И тут, ребята, квадрик, элька. Сейчас еще и коптер запустим на крайняк. Они там вялятся. Это то озеро, которое ты нас хотел привезти? Да, это отличное озеро. Оно просто... Большое. Лакшери. Большое. Оно, наверное... Да, в нем, наверное, теплая вода очень сильно. Вон, люди идут тоже отдыхать. Тут, короче, народ сюда прям хорошо и ходит. Ну все, доставайте палатку, шашлыки, водку. Ой, к нам еще гости идут, да? Мы думали, что это девственное место. Ну, не сказать бы, что здесь много машин. Ну да. Народ сегодня везде просто купается. Андрей, ты чем занимаешься? Снимаю бэкстейдж. Покажи, чем ты занимаешься? Андрей меня попросил, а я туда не хочу ставить. А у меня все это бликует. Правильно, это специальная защита. Как вам съемочки? Да, вообще замечательно. Смотрите, у меня даже объектив есть замацанный, да? А, это знаешь, как называется? Успех видео на YouTube стоит на трех китах. Котики, тачки и девочки. Как мы сегодня провели день? Какую мораль мы сегодня извлекли из этого видео? Что квадрик и L200 это круто. Да? Да. На крете можно, в принципе, проехать до озера. Конечно, с непонятными потерями в виде загоревшейся лампочки. АБС. Ну, я думаю, если помыть машину, то все должно исправиться.
Ты какой-то грустный. Мне кажется, день был сегодня классный. Да, классный. Сегодня погода просто огонь, жарко. Плюс еще встретили тут фотосъемку застали. Я не представляю, как мы с тобой объясним женам, что это было случайно. Мы вообще даже, мы почти должны были поехать по другому пути. Сегодня все, у всех развод будет. По-моему, тебя больше. Меня вообще казнят. Мы к ним не прикасались. Это они меня заставили. Вы только смотрели. Андрюха сверху, я сбоку. У меня вообще все время всегда сверху. Я вообще с закрытыми глазами был. Я ничего не видел. Мораль. Сей басни. 4WD рулит. На 4WD можно проехать, не только. Он все об одном. Мораль какая? Тачки, телки, котики. Нам котиков. Вот он на котика больше всего все похож. Да? Он такой больше. Мы совершенно случайно думали, что поедем в то место, где никого нет, а там оказался фейл и куча людей. Куча народу, где купаются. Отсюда мы делаем какой вывод? По пескам на озеро, на речку можно проехать везде. На всем, вернее. Где есть полный привод. Так что Крета — это как бы не король. Но то грустно стало, что Крета — это не огонь. Просто мне может не по-другому грустно, что Саша потрогал за попу девочек, а я нет. Саша потрогал за попу девочек? Да. Но это на видео все будет видно. Когда это только постановочный кадр вообще там. И он был в перчатках. И с закрытыми глазами. Я даже не видел, кто там рядом был. То есть ты не видел? Ты думал, что это мы, да? Да. Что это Витя? Ты думал? Мы сказали, закрой глаза и обнимай Андрюшку и Витюшку. Да, да. Ну-ка поговори. Аллилуйя. 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 Куча машин, куча всего. Саша. Ветер. Что, какая аллилуйя? Вы что тут расселись? Поехали домой, хватит греться на солнце. Я не включил.